Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня 13 сентября. Сейчас расскажу, как сегодня был день. В общем, приглашает меня за зарплатой Елена Павловна. Опять подсовывает мне свои списки, отмаз которых от налоговой инспекции, чтобы не платить налоги. Я ей достаю свою накладную, по которой работала. Это ксерокопия. За полмесяца, хотя и не давали работу, на 15 тысяч вышло. Плюс 30 тысяч они мне должны за тот месяц, 6400 еще плюс за этот месяц. Итого 52 988 они должны мне. Она дает мне на подпись опять 5 тысяч, где написано. Я отказалась подписывать. Теперь решили они эти деньги на депозит мне переводить. Хотя ни карта, ничего у меня нету. Смотрю опять в эти списки, которые официально устроящие. Там всего человек 15 записано. У нас работает 40 человек. Так они не оформили остальных. Просто взяли у них заявление на устройство на работу и на увольнение. Официально они так и не устроили их. Не боятся ни проверок, ничего. Уже месяц у них тут проверки идут. И все равно. Потом вызвали меня в бухгалтерию. Сказали, чтобы я подписала трудовой договор 2014 года. Я отказалась подписывать. Так как там написано, что по окладу как бы мы тут работаем. 7 тысяч. Хотя на самом деле у нас по сделке. Я отказалась. Теперь они сказали в письменном виде написать отказ. Я опять не написала никакой отказ. Так что мобинг у нас тут продолжается. Что будет дальше, посмотрим. Ну все, до следующих видео. Пока.